Всем привет! Привет, друзья! Нам дома не сидится, как всегда, с Мишей. И мы за грибами вот с таким ножом. Сейчас поищем, посмотрим. Если грибы нет, давно не были в лесу. Тут морозчики чуть-чуть были, похолодало. Сейчас потеплело опять, тепло, кстати. Я, Миша, правда, он надел куртку такую тепленькую, да и я он свитер поддел. Ну, на улице тепло-то хорошо, вообще прям ни холодно, ни скольчики. Походим, посмотрим, поищем. Поищем, Мишанька? Поищем. Пойдемте, ребят, походим вместе с нами. И вот здесь первые нас встречают. Смотрите, какие. Угу. Миша снимает этот большой, а я вот эти поменьше. По-моему, они чистые. Ребят, я уже... тоже чистый, пап. Чистый, тебя подрежем. Я уже не ожидал вообще, что грибы еще будут. Смотрите, а сейчас они какие чистейшие. Ох, елки-палки. Подрезаем, тихонько, давай. Ножик острый, аккуратно. Этот самурайский нож. Подрезал? Ребят, смотрите, какой большой. Миш, можно я покажу его? Все, срезал чуть-чуть? Выбирай. Нож самурайский опасный. Смотрите, большой, а чистый. Это просто какие-то дырочки непонятные. Вот такой вот. Тяжеленький сразу. Пойдем, Миш, искать? Спасибо. Пойдем, начало хорошее. Это где-то еще один грибок вижу. Еще, ух ты, у Миша, я не видел рядышком. Так, держи. Ну, ты, наверное, уже, скорее всего... Хотя, Миш, хотя, смотри. Смотрите, ребят. Ой, так, взял другой ножик. Тот забыл в другом месте. Хороший, Миш, плюшечка такая. И это тоже заберем. А тот где твой? Плохой, что ли? Да. Он плохой, у него какой-то слизкий, да, какой-то? Да, он какой-то слизкий. Ага. Ребят, грибы еще есть, оказывается. Я думал, уже все. С Мишей, наверное, будем заканчивать. Думал, так, прогулку по лесу. Вот это я и хотел, к нему давно иду. Тоже очень красивый. Думал, все, уже будем заканчивать грибалку нашу. Думаю, пора готовиться к зимней рыбалке. Ох, Мих, червивый, смотри-ка. О, дальше хороший бряк. А у нас еще грибочки радуют. Это мы только зашли. Вот прямо только зашли. Там еще были. Где? Ну, давай, еще я здесь иду. Вот так вот, ребят. Походим сейчас, побродим, значит. А вот я вижу, Миш, смотри, стой, стой, не шевелись. Да, смотрите, ребят, прям как белый. Вот это, ай, вон он. Ага. Смотрите, ребят, вообще прям какой. Просто свежак, надо же. Через пару дней уже ноябрь, а мы за грибами приехали. А у меня такое ощущение, червивый. Вот этот? Мне кажется, у тебя ощущение такое. Белоснежный, Миш, белоснежный. Это чуть-чуть корешочек. Это не надо, такой большой уже не надо. Смотри, только зашли, а уже грибы нас встречают. Надо же. Может, только здесь они есть, а больше нет. Ну, сейчас походим. И след такой классный, вообще мне нравится. Миша счастливый. Нашел, потому что какой гриб? Рыжик. Рыжик, ребята, Миша попался. А вот я вам говорю, это перепады погоды. Было холодно. Ну, ладно, так оставляй. Давай, давай, давай. Корешок там. И, кстати, чистый даже. Да, вот и там корень какой. Там, походу, еще будет. Миша, они чистые сейчас. А какие сейчас могут быть черви? Это черви только в старых маслятах, а в новых морозы были. Ты что? Ночью было. Ну, небольшой мороз был. Минус один, минус два, вот такой. Такого-то мороза сильного не было. И то, я думаю, так местами. Где-то, может, вообще и не было. Ладно-ка. Здесь еще вон желтенькие цветочки растут. Ну, это уже такие старенькие. Значит, Миша, надо походить внимательно, видишь? И рыжики, может, и на полях вот таких будут. А вот, по-моему, еще хорошенький. Вот такой вот. Вообще красавец, Миш. Ага, красиво. А не, видел, червивый был, а дальше чистый, ребят, смотрите. Кстати, сейчас обошли с Мишей, уже дофига обошли. И грибов больше пока нету, то, что там нашли полянку. Так что их надо как-то искать, я не знаю. Либо пешком ходить, либо знать места. Вот сколько объездили, 3 места, так вот, можно сказать, полянами. Обходили, переросших много. Прям совсем переросших. А вот таких молодых вот там попалось, пока больше не падает. Но у нас еще планы есть, Миша, еще прокатиться дальше. Хотим в таких полевых местах походить. Может быть, там рыжики, еще что будет. Вот, Миш, такие красивые места здесь тоже надо походить. О, рыжик, Миш. Ты его далеко увидел? Ну, иди, срывай мой сладкий. А вон еще один, Миш. Вон еще один, да. Давай, срывай, Миш, это твой. Это да. Ребят, Мишка рыжик далеко как это увидел. Я только прям стою, это счастье, вижу. Тебе разрешу рвать, давай. Смотрю, стою, о, вижу, ложь, что-то оранжевое. Ага. Ребят, рыжики, это смотрите, да. Какой красавчик. Я тебе говорю, вот такие места любят, ага. Любят рыжики. Вот еще один, ребят, вытаскивай, Миш. Давай, папа. Внимательно смотреть. А я вот дай-ка, Миш, здесь заглянем, еще посмотрим. Это классно. Держи, я подрежу. Просто.
Сейчас они классные, можно еще покороче. Все, убирай. Ага. Убирай, рыжий, красавца. Молодцы, мы с тобой. Надо походить здесь еще внимательно, Миш, смотри. Как только находишь грибки, сразу хочешь еще походить, прям еще. А я тебе говорю, мы-то с бабушкой здесь ходили, она тоже где-то здесь рыжики рвала. А вот это, ребят, по-моему, сыроежка. Неужели еще сыроежки растут? Это сыроежка, ребят. Смотрите, какая сыроежка. Такую ножку у нее толстая. О, сыроежка. Заберем и сыроежку? Ну да. Че и нет-то? Не гриб, что ли? Заберем и сыроежку. Ха, нормально. У меня еще думка съесть туда в наш дремучий лес. Там посмотреть. И пройдись вот здесь, этот край, я вот здесь пройду. Посмотреть там еще думка. Вдруг, как говорится, может там какие-то подосиновики повылазили. Потому что на улице потеплело очень. Таких прям уж сильных морозов не было, что прям земля замерзла. Поэтому все может быть. Надо будет все-таки съездить. Может какой-нибудь пикничок устроим. Ты как, Миш, насчет этого не против? Пикничок Макса взять. Завтра можно будет, выходной. Ребят, как мне показать вам такую красоту? Посмотрите. Смотрите, сколько их здесь много. Они так красиво бросаются в глаза. Прям такая полянка. И колокольчиков. Ты видал, Миш, как красиво? Рыжик? Иду, Мишаня. И рыжики встречаются. Для нас это с Мишей что-то такое. Рыжик это что-то где? Нифига себе, так ни сразу не поймешь. Вот это рыжик. Тихонько снимай с него. Вот это рыжик. Маленький такой устаревший, надо здесь еще смотреть, Миш. Ну, покороче. Да. Они такие водянистые маленькие, ну ничего. Да, ничего, страшно. Дома бабушка, она их замачивает. Она знает, что с ними сделать. Там уже, по-моему, у нас я готовые стою, есть. Я смотрю, что-то не вижу, а потом оборачиваюсь, вижу рыжик. Ага. Посмотри внимательно, здесь еще, в травке. Угу. Вот здесь везде. Ну, там какой-то грибок видел, это мой масленок. Вон, дальше, плохой. Угу. Они как бы там вместе как-то растут. Вот это что за гриб белый? Похоже на сыроежку, но больно хиленький. Вот здесь походить побольше. Вот там полянки есть, на полянку пройтись. По-моему, я, Миш, рыжик вижу. Да, вот смотри, ребят, такой классный. Он прям, Миш, еле заметен. Здесь тоже понарыли кабанчики. О, тут вообще замечательный. Маленький, да? Красота. О, какой красивенький рыжичек. Вот ты наш маленький, полезай в ведерко. Так, видишь, я прям еле заметил, подумал, от моего этого масленок выглядывает. А это, смотрю, рыжик. Походите на повнимательнее, может, так и нашибаем по чуть-чуть. Если еще хочешь, он там полянки красивые, вон там пройтись. Побродим. Пройдемся, Миш. Надо везде здесь обходить. Здесь, ну, огромный сосняк, тяжело его весь обойти. И народ, смотрю, сегодня много, сегодня же выходной. Так, давайте еще вот тут глянем, тоже красивое место. Ну-ка, Мишань, говорит, Миша вроде как рыжик. Покажи-ка нам. Он прям растет и кричит. А, ну это походу, да. Ну попробуй, таски, посмотрим. Ну, ну так ты это рыжик. Рыжик, ты уже его обломал. Ложи. Не обламывай ничего дальше, ложи его. Тоже рыжик, Миш, видишь? Эти кабанчики тоже рыли как-то. Вот в таких местах они вылазят. Здесь надо тоже травку посмотреть. Бывает такая трава, где такие вот окраинки, и тут бац, рыжички где-нибудь. А сейчас я вам покажу еще одну красоту. Смотрите. Все сухо, 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 вот так везде, вот сушняк. Ну куда ни глянь, везде, ничего нет такого интересного. И смотрите, идем по этому сушняку, идем. И здесь бац, такой стоит гадкий утенок. Смотри, Мишань, стоит красавчик. Я вообще восхищаюсь вот этой красотой. Какая красота. Не знаю почему, но мне нравится. Не трогай, Миш, ты что, не ломай, пусть растет. Не ломай никогда, а зачем его ломать, правильно? Ну, да. Он старался, рос. Пойдем дальше. Ну вот. Какая красота сейчас встречается. Ну, это единичный. Вообще единичный. Может быть, знак, Миш, какой-нибудь. Сейчас нам грибы попадутся. Угу. Пойдем. Ураган такой был летом как-то. Не помню, в июне, в июле, наверное, где-то был. Такой 5-минутный ураган. Прям буквально 5 минут, наверное. Прошел ливень молниеносный. Ветрище сильный. Не знаю, как в Америке где-то. И все, и тишина. И после этого потом уже по лесу поездили везде. Я в то время вообще в Москве был. Просто мне так сказали, 5-минутный был. После того вот такие вот завалы везде понавалило. Но здесь еще частично, вот здесь не сильно. А там места, я знаю, просто не пролезть. Вообще не пролезть. Какие завалы. Поваляло. В основном такие вот сосны.
Хрупкие деревья, видать, которые. Вот, смотрите, какой бурелом тут вообще. Мишаня говорит. Был и не видел Мишаня его, говорит, папа. Здесь был, говорит, и не видел. А я подхожу. Давай, это ты повторишь. Давай. Самый такой шикарный, маленький. Они же обычно ценятся, ага. Рыжики. Чем меньше, тем лучше. Вот такой вот рыжичек. Вообще классно. Рыженький, красивый. Вот сколько в природе каких-то грибов нет. Рыжики. А скоро, кстати, мне сирушки пойдут. Или уже пошли. Ага. Пойдем, здесь пройдем маленько. Надо будет в наших местах глянуть надо будет. Масленок переросший. В наших местах надо посмотреть будет сирушки там поискать. Может быть, уже их там полно. А может и нет. Вот здесь завал. Прям какая-то полоса. Как будто какой-то мамай здесь пробежался. Смотрите, прям такая полоса. Провалена. Вот это да. Прикидываешь, Миш? Вон приросшие стоят маслята старые. Вот здесь надо смотреть. Среди них могут быть и рыжики. Этот старый у нас. Старый тоже. Это что за гриб? Тоже уже пропавший. Вот, Миш, красивые места. Тогда того не заплутаться бы. Я ориентируюсь, дорогу вон туда. Миш, нам на солнце, короче. Солнышко, ребята, смотрите, солнышко выходит. Оно, в принципе, сегодня второй раз уже прорывается, пытается. Ты прикидываешь, Миш, какая красота. Да вообще. Уже ноябрь, вот он, вот он. А тут еще такая погода балует. Посмотрим, что дальше будет. Мы с Мишей брели и дошли вот такого красивого леса, как в парке ходишь. Грибы есть, правда, переросшие. А так вообще прямо ходим, как в парке. Классно. Так, побродить чисто. Ну, сейчас глянем, может, здесь что есть. Вот здесь вот тоже кабанчиками перерыто, надо глянуть мельком. Миша, далеко не уходи, я тут. Я здесь, Миша, иду. Вот эти Миша нашел на Кутацкой, Миш. Давай, ты тот, а я вот этот посмотрим. Может, эти хорошие. Но у меня не очень. А у меня мягкие. Хороший. Ну, хотя попробуй срезать. Не, у меня червивый. А у меня хороший должен быть. А у тебя хороший, ложи. Ага. Давай. У тебя прекрасный. Ну, Миша, ты так сразу и сказал, что этот будет хороший. У меня Миша уже в грибах разбирается свободно. Сразу говорит, этот будет хороший. А грибник. Грибник, а кто же ты у меня? Конечно, грибник. Подожди. Я хочу эту красоту запечатлеть. На фото, давай, подожди. Пап. Вот так вот. Ты сам сорвешь. Не переживай, дай сфоткаю такую красоту. Опа, теперь срывай. Ага, какой. Прям как рвется. Вытащить вот его. Вот это да. Переворачивай. Вот это ножка. Вот это ножка. Эх, ребят. Да. Смотрите на это чудо вот природы. Это да. Рыженький. Рыжий. Снова я слышу. Есть такая песня у Игоря Талькова. Очень классная песня. О, Миш, я еще тоже нашел рядышком. Вот, видишь? Это да, ага. Теперь мне повезло. Ну, вытаскивай ты. Вытаскивай. Нет, это твой. Ну, ладно. Давай. У меня поменьше ножка. Но тоже хороший. Да. Я только песенку спел. Рыжик, снова я слышу. Включи, набери сегодня Маруси, скажи, Маруся. Включи песню «Рыжик» Игоря Талькова. Она тебе включит. Знаешь, какая она веселая, классная песня. Как там его дразнили, вроде бы рыжий. А потом он стал... Давай дальше смотри, что здесь. Стал хорошим певцом. Ну и рыжик ему даже стало нравиться. А вот еще чудо природы. Чудо природы. Вот так вот, ребят. И морозы не страшны. Нет мест там рыжиков? Места здесь тоже очень красивые. Ищем. Нашел? Блин, а я здесь хоть... Два? Иду, Мишанька. Иду. Места здесь красивые, хочется... Ну-ка, ох, какой здоровенный. Ох, какие здоровенные. Классные, вытаскивай. Нам с рыжиком повезло, наконец-то. Мы все хотим цель создать. Рыжики, вы рыжиками. Убирай, Миш. Тихо, не убирай, не надо подрезать. Они такие, они большие, они маленько мягкие. Ого, еще. О, это я не видел, пап. Видишь, цвет ты нашел, значит. Вытаскивай, переворачивай. Так. Переворачивай. Опа, и ведерко. Даже чуть-чуть дырочки есть, ничего страшного. Ага. А, Камиль, где ты? Да, вот это какой-то переросший маленький. Ну, срывай, посмотрим сейчас. Это нормальненький, мне кажется. Давай-ка глянем. Вот это ножка. Вот это да, просто класс. Обрежем еще чуть-чуть. Ага. Грязьки вот так. Опа, все. О, вот теперь дальше. Вот это рыжики. Что? Эх, вот, Миш, пой песенку рыжиком и найдешь рыжика. Ага. Эх, а у меня масленок попал. И масленок хороший. Видишь, у меня тут
отшибает, да, чистейший. Красота. Вот так, ребята, видите, казалось бы, грибов нет. Я смотрю, машины приезжают, уезжают, приезжают, уезжают. Ну, они, видать, пройдут по краешку, га, грибов нету, и уходят. А мы с Мишей уже, наверное, обошли, я не знаю, километра два, если не считать еще там другое место, где мы ходили сзади. Там первые грибы мы нашли. И благодаря этому, нашим поискам, у нас уже пол ведра. Здесь, видите, солнышко пригревает, видать, маленько. И они растут. Миш, далеко не уходи от этих мест. Надо еще поискать рыжиков. Я так думаю, надо попробовать, пока здесь они были. Маслят, да, много и переросших вот таких вот стоят. А здесь-то, ребят, сколько маслят. О, Миш, я здесь рыжик нашел. Да, я маслята и вообще-то хотел снять. А тут, смотрю, рыжик стоит. Обломаю вот так вот его аккуратненько. Смотрите, какой красавчик. Вообще красавчик. А маслят здесь раз, два, три, не знаю, наверное, плохие. Но остановился я больше всего из-за вот этого масленка. Мне показалось, что он чистый. Вот этот масленок показался, но не уверен. Смотрите, видите? И он вроде как чистый. А вот эти выглядят... Хотя надо посмотреть тоже, может, они так выглядят. О, какие хорошие, ребят. Не, замечательно еще попадаются. Вот этот, конечно, наверное, уже, да, переросший. Миша, далеко не уходи. У тебя есть там что? Рыжик? О, у Миши там рыжик тоже, ребят. Вот эти, наверное, уже не очень. Ну, вот эти гляну еще. Эти уже плохие. Вот тебе попались хорошие два. Иду, Миш, к тебе сейчас. Подрежу вот эти. Как Миша иду, тут еще у меня вот масленок красивый. Очень красивый. Тоже маслятки есть? Иду, Миш, иду к тебе. Побольше срежу, он тут больше сыроватый. Вот так, а я трогать не буду большой. Хотя он, может, не такой же плохой, но он огромный. Я думаю, он будет, скорее всего, плохой. Не буду его трогать. Иду, Миш, здесь надо внимательней. Среди вот таких здоровых попадаются поляны, где есть и грибы. И вот я там бы рыжик бы сейчас не заметил бы, если бы не наклонился за масленком. Где? Миша, подожди-ка. У Миши он вообще прячется. Такой. Ну, он уже. Ну, что-то маленько он, да, у тебя не очень. Половина в маху в мохе был, видать. Воды сырости много было. Мох, кстати, сырость очень хорошую дает. Ну ничего, Миша, найдем. Где ты? Маслята здесь были. Ну там были, я проверил, они уже такие. Понял. Я нашел рыжик. Это танец нашедшего рыжик, да, Миш? Ага. Красивый рыжик, красивый. Вот это уже хороший. Переворачивай. Какой красивый. А я подрезал. Я тоже сейчас один нашел, не показал вам на видео. Но у меня похуже был. Но я его тоже забрал. Опа, убирай, Мишанька. Ага. У нас уже, ребят, пол ведра. Рыбалка у нас уже состоялась. Но мы еще хотим, конечно... Пока ходим здесь, еще хотим поискать. Но для нас это уже грибалка, нормалек. Мне вот нравится. Моху здесь. Танец рыжиков. Давай, танец рыжиков. А вот и мне повезло. И тебе? Да. Подожди-ка, мой сладкий. Ой, какой, ребят, крепенький. Крепенький. Вот не знаю, немножко только беленький с такой стороны. Да, интересно, почему. Да, вот я не знаю, почему. Это нормально, ненормально вот это вот. Явление. Ну я заберу, бабушка дома посмотрит, она, я думаю, поймет. Стой. А у меня должен быть прям. А твой где? О, а Мишки вон он где прячется. Доставай его. У меня рыжик как рыжик. Рыжик как рыжик. Держи тихонько. Опа, убирай. Чуть-чуть дырочка там, да, это ерунда. Ну, да. Там червей все равно нет. Ты пробежался как когда-то. Рыжики такие грибы, их все любят. А вот вроде бы хороший масленок. Опаньки, точно, белоснежный. А. Так, попадаются, Миш. Короче. Пока попадаются. Нет, такие прям белоснежные. Его сразу видно поверху. Он только потемнее как-то немножко. Нормально так, смотрите, ребят. Такой вес уже хороший. Пол ведра уже смелых. Миш, а вот этот что, масленок плохой? Ну, он огромный, да? Бывает так, знаешь, где маслят увидел кучку. Так внимательно смотришь, среди них, хоп, где-нибудь стоит рыжик. Давай вот здесь еще обойдем маленько, туда пойдем. О, уже хороший масленок. Масленок хороший, забираем, Мишань. Вот это внимательно еще. Хороший. Да, у тебя такие столбунцы. Ой. Прямо. Прямо столбунцы, ребята. Вот такие попадаются еще местами, прям как будто вот они только-только пошли. Покороче срежу, потому что там это тоже. О, Миша нашел два красавца. Маслята хорошие грибы. И вон Миш хороший. Где? А вот он, смотри. Не видел я. Не видел такой? И вот смотри, как какой он.
О, тут вообще, Миш, подожди, я тут сниму на видео. Прям такой шикарный. Подожди, Миш, не вырывай пока. Просто ребятам хочу показать. Очень красивый. Таких еще редкость найти. Они попадают. Смотрите, ребят, стоит прям такой. Да, прям. Смотрите на него. Он прям стоит, вон какой. Столбунец. Давай-ка это подрежем. Поднимай. Опа, во. О, какой красивый. Смотрите, какой. Вот это, да, и солнышко вышло. Угу. Погода вообще классно пригревает, вообще да? Класс прям. Сказка. Вот это да. И мы так удачно съездили с Мишей. Единственное, мы с Мишей тут сейчас на рыбалку пытались в одно место проехать. Попробовали там, половили на удочку немножко. И вот еще они. Плохой? Угу. И забыли там наш нож вместе с ведром. Как умудрились? Два раза гиндяя, пока в лес. Пришлось и возвращаться, забрать ножик с ведром. И вот. Пришлось нам потратить, наверное, ну, полчасика мы потратили. Ну, это все ерунда, зато с грибами. Вот еще стоит. Один точно хороший. Вытаскивай, Миша, вытаскивай. А я подрезаю. О. Один точно хороший, а другой? Ага, а другой проверим. О, какой. И другой, по-моему, и другой замечательный. Он грязь чуть-чуть, ну это ладно. Давай, Миш, постой, собирай руки. Да. Опа. Тоже хороший. Тоже хороший. Грязь моется, все. О, такие еще попадаются шикарные. Ну, не везде, я вам скажу, ребят. Вот так вот. И кто скажет, что грибов нету, ребят. Прямо вместе с Мишей говорим. Рыжик. В один голос, да? Ага. Переворачивай. Давай. Переворачивай. Бамс. Убирай ведерко. Ага. Вот так вот. Так. И дальше идем. Такая полянка. Тут надо... Везде, ребят, хочется походить, походить. Здесь такой. Иду. Красивый? Очень. О, давай, вытаскивай. О. Такие места, поляны и поляны. Все лучше и лучше, лучше и лучше. Пониже срежу, грязи много. Нет, еще ниже. Пальчики. Оп, убираем из ведерка. Давай. Ведерко его. Места все лучше, у нас же почти полное ведро. А нам, я, Миша, так говорю, нам же идти на солнце надо, солнце в ту сторону. А тянет прямо вот сюда, тут такие места, все. Шикарнее. Миш, давай еще здесь глянем. Так незаметно утопываем с Мишей. Масленок хороший, срываем, Миш. И поляны вот шикарные, тут, возможно, и рыжики будут. Никак. Лес он такой, заманивает и заманивает. А здесь тоже поплутать можно. Конкретно здесь не заблудишься, выйдешь, но день поплутаешь здесь, умучаешься. Именно для нас. А для пожилого человека здесь все очень страшно. Еще вот такие вот попадаются, смотрите. Мухоморы в траве, уже второй попадается. Миша говорит, хотел сказать рыжик, а это мухомор, тут бац. Да, Миша? Забрели с Мишкой маленько в другую сторону. Получилось так, что мы обошли с Мишей, обошлись с ним вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, и вышли. Можно сказать, уже к самому к выезду. Нам до машины с ним еще топать, наверное, не знаю, не меньше километра, а то может и больше. Вот это мы с ним протопали. Я уже говорю, блин, Миха, нам же с тобой в сторону солнца как бы идти. То направление. И так вот идем с ним, бац. Когда выйти-то выйдем, ориентацию примерно понимаем. Но немножко мы уже ее перешли. Все, Миш, пойдем потихоньку. Смотрите, ребят, у нас почти полное ведро. Одних красавцев, чистых. Рыжики и маслята, все чистенькие, красивенькие. Еще если так побродить пешком, еще можно набрать. Ну, не то, что набрать, искать надо. Ну, я думаю, нам хватит, куда нам их? Вон уже почти прям супер. Почти полный. Мне понравилось на сегодня поход по грибы. Понравился сегодняшний? Очень классный. Мне тоже понравился сегодня. План, друзья, будем заканчивать, хватит на сегодня. Погода какая классная, я думаю, еще грибы пойдут. Ну все, всем пока. Всем пока.